для того, чтобы мы навели порядок, и мы наведем порядок. И за эти два года очень многое сделано по всем направлениям. Реформы, поверьте, не так просто сегодня реформировать, начиная от образования, заканчивая медициной и соц. Нашей сферы. Это сегодня большая-большая программа, над которой работают народные депутаты, над которой работает президент. И мы сегодня отдаем власть на места. И это тоже заметно. Извините, пожалуйста, кто баллотировался в прошлом году, в позапрошлом году в местные советы, в Верховную Раду? Баллотировались из вас? Да. Да. Я попрошу... Результат. Не, я попрошу придерживаться какого-то регламента. Мы пришли сюда... Правильно. Я же сказал, дайте мне выступить после регламента и идем работать. Поэтому, уважаемые друзья, не просто, еще раз повторяю, но сегодня есть достаточно результатов, которыми может гордиться Николаевская область. Какие? Спасибо. Давайте теперь, еще, смотрите, вчера в средствах массовой информации я увидел требование громадского руху «Миколаївці Україна». Если вы его подтверждаете, я могу, в принципе, озвучить сейчас, либо мы с вами еще раз пройдем и проработаем, чтобы это были более конкретные обращения, потому что звільнити с посады начальника департамента захисту Сівопляс ОВ, ну как просто звільнити? Или звільнити с посады ВО Национальной полиции Гончарова. Ну подождите, там проходит аттестация. Это первое. Второе, по закону я не принимаю решения. И не подаю подання. Ну вы же остались. Мои друзья. Вы погоджуете. Игорь. Гончарова вы поставили. Вот так вот поставили. Вот так, пожалуйста. Секунду. Игорь. Ты офицер? Офицер. Ты работал в правоохранительных органах? Работал. При Гончарове работать не смог. Секунду. По поводу Гончарова. Еще раз повторяю. Есть аттестационная комиссия, которая... выдерживают все регламенты, назначает и звільняє кто? Голова Нацполіції України за вот, согласованием с, министром МВД. Это первое. Второе питание. Голову будешь администрации. Нет. А как он попал? Нету согласования. Теперь следующее. Ну давайте, мы дадим тогда вот все, дадим полностью каждому разъяснение письма. Теперь смотрите, уважаемые друзья, по прокурору. У нас есть требования конкретные, мы хотим, чтобы они были удовлетворены. Сейчас мы слушаем требования, все, принимаем. Игорь, обращаюсь опять-таки к тебе. Так как ты непосредственно работал, непосредственно знаешь правоохранительную систему Николаевской области в Украине, насколько она была коррумпирована, и что происходит сейчас? Есть общественные наблюдательные советы, которые также определяют и проводят по конкурсам. Есть. Входите из вашего числа сегодня, на сегодняшнюю встречу, входите в эти советы? Никто не входит. Никто не входит. Нету такого совета. Я об этом первый раз. Это не советы. Конкурсные комитеты. Общественные организации. Представители общественных организаций входят? Впервые слышу. Хорошо, давайте, уважаемые друзья, давайте теперь, пожалуйста, конкретно вопросы, требования. У нас сегодня присутствует. Позвольте уже я эту тему продолжу. Вадим Иванович. Да, пожалуйста. Вот так как было раньше в правоохранительной структуре, такого, что происходит сейчас, даже приблизительно не было раньше. Я вам могу назвать кучу фактов, и, может быть, не нужно их назвать, потому что очень много озвучивалось в прессе. Золотая цепочка, украденная в центральном райотделе. Три сотрудника оказались под действием наркотиков. Где они? Уголовное дело расследует прокуратура, не расследует. Укрыл факт Гончаров для того, чтобы не разглашать. Так, Алифир вместе с Железным Баштанским райделом получают взятку. Алифир свидетель, Гончарову он прячется в Новогузский райдел, пока не подняли тему. Ну позвольте я уже. Нет, секунду. Я просто хочу, чтобы это все зафиксировали. Правильно? Этих фактов масса. И у меня просто один вопрос. Кому обращаться, чтобы привлекать к ответственности тех за бездеятельность? Того же Гончарова и того же Кривовяза, который абсолютно не расследует те дела, о которых даже освещается в прессе. Вот кто должен их расследовать и кому обращаться? У меня есть, ну, штук 20 сейчас заявлений о должностных преступлениях. Кому мне их подать? Постоянно. Скажи.
Подайте в прокуратуру. Какой орган вы должны обратиться? Кому прокуратуру? Подайте в Генпрокуратуру. Подайте народным депутатам. А зачем вы обращались к народным депутатам? Я был в парламенте, когда работал. Вы ко мне подходили неоднократно и обращались своими проблемами. Я реагировал. Не вижу. Ну, не видите. Результата не вижу. По крайней мере... Подождите, секунду. Понимаешь, результата не вижу. Результат, ну так результат, извините, пожалуйста, отстаивайте свои права. Ну я оставлю, шестой год я оставлю, понимаешь? Когда сотрудники милиции, подождите, когда сотрудники милиции ездят на развалины, последний момент, чтобы мы это все записали. Последний момент конкретика, когда сотрудники милиции, вы говорите, реформа аттестации, ездят на развалины Таврии, в то время замначальника БелоУС, во главе Зачарова распродают парк автомобилей, и БелоУС за бесценок себе покупает Volkswagen Passat. Где прокуратура, где уголовное дело? Вот скажите, пожалуйста. Вы обращались в прокуратуру? Да, я лично понес заявление, лично, кривовяз. Давайте так, я обращусь к прокурору области, чтобы он привел... Да таких фактов масса! Масса, у нас один вопрос, пожалуйста. Мы видим, решение проблемы увольнения Гончарова и Кривовяза. Да. И, пожалуйста, мы хотим, чтобы был конкурс вот этих людей. Конкурс назначен из трех, из пяти человек, которые себя зарекомендовали или выставят, чтобы среди этих пяти человек, там, десяти, выбрали того человека, который будет расследовать уголовные дела, и процессуальные руководители прокуратуры будут в этом помогать. Виновность устанавливать и невиновность. Чтобы такие следователи как, или сотрудники милиции, как Алифир, не ходили свидетелями в суд, а отвечали за те взятки, которые совершали по всей Баштанке. Фактов масса, ни одного факта в дело прокуратура не расследовала. Лукьянова, центр волонтеров, реальный состав преступления по подделке документов тоже не расследовал. Ну, эти факты можно перечислять масса, Вадим Иванович. Ну, а как быть, кто их будет расследовать? Так, все, с милицией это есть требование. Уволить и до свидания. Если не уволить, какие факты, чтобы хорошо, оставить? Давайте, вопрос, я Рома, давай. Вашу, значит, они все будут обработаны, переданы. Да, и предложение, и по всем структурам. Предложение по этому за это ответственные. Вадим Иванович, да. Предложение. Вы можете позвонить. Арсен Борисович. И сказать, Арсен Борисович, проблема за Чарову, давайте... Я обязательно донесу... Так как я его поставил, встречи. Давайте его так же... Так народным депутатам, ребята, так и администрацию президента, так и в министерство. Сделать, да. Что вы публичное еще лицо. Раз, Татьяна, извините. Вы как губернатор имеете так. Право, как публичное лицо, это будет намного эффективнее обратиться к МВД Украины, проверка всех данных фактов. После аттестации, на аттестации, здесь было очень много внутренней безопасности из Киева. Она знает, что у нас здесь творится, они все это видели, пока проходили аттестацию. Поэтому, пожалуйста, обратитесь публично к губернатору. Уже сегодня я вам заявляю, что обращение будет подготовлено, вам... факты все останьтесь, пожалуйста. Всем спасибо. Так, спасибо. Я не доверяю, кому оставляют факты, кому? Давайте. Не за что. Я согласен оставлять. Ты какой-то говори, тише. Вадим Иванович, следующее обращение, пожалуйста, так же само. Наша область единственная, в которой за неделю поломалось четверо весов. Киев? Нет, Вадим Иванович, приезжают одесситы. Я с вами был на весовом комплексе, неоднократно. Приезжают одесситы, работают весы нормально. Только работают, чтобы все знали журналисты, политику партии. Весы не на Укртрансбеспеке. Все обеспечение весового комплекса это облавтодор. И почему-то весы стабильно ломаются в 9 утра и в 9 вечера. И потом мы видим колонны машин с чем. А потом весы загадочно начинают работать. Четверо весов. Мы были в Херсонской области, были в Одесской. Так. Нигде такого не было. Пожалуйста, обратитесь к Батищеву. Батищев очень зависовые. Тоже публично. Пусть делают ротацию. Пусть присылают нам других специалистов. Потому что у нас этот комплекс никогда нормально, полноценно не запустится. И по пятому интернату, Вадим Иванович, это отдельно лично. Я еду голосовать под Генпрокуратуру. После сегодняшнего я еду. Второй раз перенесли конкурс в связи с тем, что опять Поляшенко нет решения. Знаете, что на пятый интернат не ставится до сих пор директор? Нам же аргументировали тем, что директор должен быть срочно, потому что детям аттестаты не нужны. Но почему-то опять в пятницу конкурс отменился через час после того, как перенесли суд. Второй раз после суда переноса отменяется конкурс. Вадим Иванович, сильное совпадение. Сейчас предоставим слово Андрею, он вам объяснит. Не надо сейчас, мы не успеем выставить наши деньги.
делам. Есть требования. Уголовное производство потеряны, это подтвердили следователи. Какой по счету следователь, я не знаю. И вот я хожу между Гончаровым и прокуратурой, вот, это то, о чем мы говорим, что мы не можем писать на областную прокуратуру, потому что она спихивает на Гончарова, а Гончаров спихивает на прокуратуру. Именно до речи, стоп слово. Значит, через генпрокуратуру проходит срок годности, 2 миллиона никто возвращать не собирается. Ни одной служебной проверки. Сейчас в интернате мы не можем сделать служебную проверку, потому что дело сделал следователь предыдущий, а больше нет документов. Следователь не передал никому эти документы. Все. Мы 2 миллиона подарили Ляшенко. А сейчас на суде он показывает, что у него ничего нет. Он еще вернется, и у вас с бюджета у него требования вернуть за все прогуленные дни. А это почти год. Все, давайте, ребята, прокуратура. Я хотел бы, как обычно, вы же все знаете, как он будет выступать по поводу медицины. Более удручающего положения, чем в Николаевской области, практически нет нигде в Украине. Я отвечаю за свои слова. Мы вымогаем негайного звільнення капусти, которая довела эту медицину, она переплюнула даже Хотину. Тотальные поборы. Главврачи с уголовными делами у каждого по 2-3. Факты. Факты? Факты. Откройте, пожалуйста, новости каждый день. Кого-то халатность врачей. 6 уголовных дел. У нас было только у нас 6 уголовных дел. Фактов масса. В любых новостях. Хорошо, что происходит? Вы останетесь? Нет, останетесь, я не хочу оставаться. Я хочу, чтобы извинили капусту и Дьячука ее замок. Я хочу тоже многое чего извинить. Человек не умеет управлять. Поборы выросли. Халатность врачей выросла. Безответственность выросла. Людей залечивают до смерти. Это кроме поборов. Никто ни за что не отвечает. Раньше нам капуста говорила... Это все неправда. Сейчас уже каждая новость об этом пишет, она говорит, я ничего не могу сделать. Нам не нужен такой руководитель. Давайте пройдем прозрачный конкурс в области. Пусть компетентные главврачи выйдут и кто-то станет начальником облздрава. А не человек, который всех обвиняет и развел такую коррупцию, которой не было никогда. Все абсолютно платно. И вам, мы сколько жалуемся, где результат? Ведяпин как дрался, МРТ так и берет. Вадим Иванович, а вам лично жалуется? Почему не приняты меры? Вадим Иванович, вы говорите о фактах, и обратно возвращаемся к уполномоченным органам. Те факты, которые должны теперь доставить, они же ровно. Игорь, спокойно. Значит, что касается теперь, вот от вас я тоже хотел бы получить факты. Сколько было фактов, вы говорили к вам? Да подготовим факты. Подготовим факты. По каждому факту мы будем отрабатывать. Теперь, что касается медицины, что касается здравоохранения. Ну, на самом деле, мы же все хотим жить по закону. Давайте придерживаться закона и давайте придерживаться нормативных актов, всех, которые... А, то есть капусту с поличными? Секунду, капусту с поличными. Давайте... Без громких таких заявлений. Так вот, я вам теперь хочу привести пример, что наше управление здравоохранения сегодня находится на втором месте в Украине. После Донецка. Есть такая информация. Теперь дальше. Знаете, есть такой афоризм? Теперь еще. Смотрите. Знаете, есть такой афоризм? Теперь, что касается главврачей. Самая надежная статистика та, которую сформулировали. Не перебивайте, я сам выслушал. Да не надо нам статистику. Капуста не умеет управлять. Смотрите, что дальше. Объявлены конкурсы на всех главврачей. Вы нас пригласили в эти конкурсы? Так вы же придете. Уважаемые друзья, вы придете в эти залы. Вы придете в этот зал, где будет проходить конкурс, и пожалуйста, пожалуйста, заявляйте от общественных организаций свое требование, свое мнение каждого выступающего заявителя в участии конкурса. Это первое. Второе, что немаловажно, сегодня с офисом развития... Мы не доверяем офису. Кто такой офис развития? Секунду, давайте, Не, ну расскажите нам, мы не знаем. Мы не доверяем вашему развитию в плане медицины. С комитетом, в котором вы работали, медицинский контроль. Уже не работает. Ну, это ваше право, работаете вы или не работаете. Так вот, непосредственно с комитетом мы разрабатываем сегодня регламент работы наблюдательных советов, общественных наблюдательных советов при каждой... Мы отказываемся. При каждом учреждении, откуда они же нас взялись? Вадим Иванович, откуда вот взялись? Это вот работал человек. Так, а зачем обидеть? Вы пригласили Щедрина? То есть этого не надо делать? Да нет, мы против этих советов. А зачем вы Щедрина пригласили вместо ряда? Частные фонды открывать? Зачем это такое вообще в нашей области, да в нашем никто городе? Ничего не делал. Что он несет? Давайте, ребят, понял, я отвечу еще вам все это. Я не нравлюсь капусте, как сказал Щедрин. Ребята, у нас есть требования. Пожалуйста, мы выставим. Уволить капусту, поддержать все, это не то. Значит, если будут, как говорится, отказ, он должен быть аргументирован. Мы тогда будем действовать. Хорошо. Дальше. Да все, сколько мы приняли? Давайте дальше. Дальше. Требования, предложения, рекомендации в работе. Вадим Иванович.
Я еще на Майдане об этом говорила, могу повторить. Наша проблема, нашей области, в том числе вот то, о чем говорят ребята, возникает из-за того, что у нас не утверждены процедуры. Вы говорите, какие-то комитеты разрабатывают это самое. Почему это не делается публично, в том числе на сайте областного совета? Ну, на самом деле, я не закончила. Извините. На самом деле, поскольку поскольку процедуры не прописаны чётко, поэтому они и нарушаются. Например, на должность директора регионального ландшафтного парка Леонида Степановича был объявлен конкурс. Потом конкурс ликвидирован, непонятно как. Люди готовились, это было официально. И назначен человек на должность, абсолютно непонятно, не в то время, когда вы говорили официально, что на все должности будут по конкурсу люди проходить, назначен человек, который абсолютно не проходит. Ну, смотрите, по Кирюгульскому мы провели... Речь идет о гранитостепном помощи, одновременно. А почему? Там погода была. Давайте я буду слушать. Ну, тоже у меня те же самые зауважения до областной полиции и ОБВС, как бы, тоже придерживаюсь. Потому что, ну, такие факты. Пономарюк, на якого є кримінальна справа за підробку документів, ну, нижестоящей організації, і є за справа, он в ОПА-блок, в облраді сидить, засідает. Почему он не сидит? Вот это справа областной прокуратуры и милиции. Далее Андрієнко выскочил за підробку документа на суді по маяку. Теж кримінальне провадження закрите. Не хочу. Колишній віце-мер. Ну, недоработка знову областной полиции и прокуратуры. Ну, скажем так, загально, вот еще факты не буду зараз загинати пальцы. И все ж таки виникает же питання, чому реально те люди, наприклад, яких знает Миколаев, наприклад, як ну, реальных борцов за что-то там, вот, не знаю, чому от Рябчика виштовхнули, не то, что посада, вот организуется при обладміністрації, при аттестації вот этих, ну, и по медицине на нас спостережується рада, невідомі для Миколаївців люди, які не користуються довірою, скажімо так, а ті люди, які користуються довірою, пролетіли. То же саме карманна рада при облполіції, карманна рада, можна сказати, при облпрокуратурі. Не збираються, не чують, не, тобто сенс ради не просто експертувати, а доносити конкретні там кричущі кризисні питання. Вже рік тихо. Вадим Иванович, а теж вважаю, що ради, облради, облсовета. Да, вот ваша тоже хотела сказать. Оля Николаевна. Облради и відставка тех людей.